наступающим, с праздником, с Мол Марта, сотрудников госавтоинспекции и мужского коллектива города Канска. Поздравляем вас. Пусть он приукрасит вашу жизнь. Быть остановленной сотрудниками госавтоинспекции и получить цветы – это не сказка, а реалии девушек в преддверии 8 марта. Несмотря на то, что акция проводится ежегодно, представительницы прекрасного пола удивляются полицейским с цветами. Удивились. Мы думали, что нарушили что-то, но у нас решили поздравить. Более десятка автоледи были одарены цветами из воздушных шаров. От лица всех сотрудников госавтоинспекции поздравляем женщин с наступающим 8 марта, Международным женским днем. Желаем всем счастья, здоровья, позитивного настроения, соблюдения правил дорожного движения, ну и без аварийных дорог. Диденко Мария Сергеевна. В торжественной обстановке паспорта граждан Российской Федерации получили 8 девушек, достигших возраста 14 лет. На вручении самого важного документа дочерей поддерживали родители. Конечно, была радость, но сейчас уже и ответственность. Ну, для меня, мне кажется, еще волнительнее, больше волнуюсь, чем она даже. Потому что, ну, раньше пришел, расписался и ушел. А здесь все равно торжественно люди большие вручают. Подобные торжественные акции «Мы граждане России» проводят по всей стране в преддверии различных праздников. Сегодня девушек попутно поздравили с 8 марта. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.